Привет, братцы, друзьяки мои, барабаки, сектанты, барахольщики, братья, сестры. В общем, всем привет. Короче, сегодня мы решили сделать небольшой рейд барахольный. И поэтому сегодня в нашем плотном расписании три барахолки. Куреневка, Петровка, Дарница. И на данный момент мы направляемся на Куреневку. Начнем отсюда. И очень надеюсь на то, что нам хватит времени добраться до Дарницкой барахолки. А почему я говорю о том, что хватит времени? Потому что у нас сегодня предстоит очень интересная и классная закупка. Если нам удастся забрать тот товар, который предлагают, это будет, конечно, вообще фарт. Не хочу там забегать вперед. Я думаю, что если Господу Богу будет угодно, чтобы мы заработали на этом товаре, то вы его обязательно увидите. А если нет, то не будет повода для расстройства. В общем, вот такие дела, поэтому, ребятки, палец вверх. Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте написать комментарий о увиденном на нашем канале. Нам очень важно ваше мнение. Ну, а мы подъезжаем к Куреневке, посмотрим, что подарила или подарит нам Куреневочка сегодня. Короче, друзьяки, мы даже понимаем, что тут даже и ноги мочить не стоит на этой Куреневке. Одни варежки да отвертки, да лопатки для обуви. Ой, короче, печаль, тоска. Куреневка минус. Куреневка минус, скажем так. Понабирал зефиров, блин, ящиков 20. Хорошо, они бы улетали с дома. Jesus.
тянули люди все. Ну, все на этом кнореже, подумали все. Ну, есть по всей этот мир продают. Есть посылка. Я честно в шоке. Везде это жрачка, жрачка, жрачка. Тухляк этот везде. Просто везде тупо тухляк. Жесть. Снимай барахолку. Капец. Ну, все мы шумите. Ребятки, тут по сути даже, блин, встать негде на этой Петровке, припарковать машину. И, откровенно говоря, увиденное мною, ну как бы вообще не понимаю, ну вообще нет смысла даже там ноги мочить. Так же, как и на Куреневке. Одно шматье какое-то и куча снега, грязи, мусора и народу, что тараканов. Соответственно, явно, что в 11 часов мы уже там интересного ничего не увидим. Но на самом деле какие-то барахолки вообще трэшовые, вообще трэш страшный. Особо не вижу смысла в их посещении, пока вот это вот эти горы снега и тому подобное. Не проехать, не разминуться, не стать, вообще ничего. В общем, я расстроен сегодняшним выездом. Хотелось сделать с этого всего хороший сюжет. Три барахолки воскресные. Но, к сожалению, у нас только маршрут. Мы можем показать только маршрут и больше ничего. Сейчас едем на Дарницу, посмотрим, что на Дарнице. Я думаю, в принципе, картина та же самая. Хотя в парке, может быть, будет место почище, так скажем, и попроще будет запарковаться. Ну, сейчас посмотрим это вместе. Ну, как-то так. Увидимся на Дарнице. Так, друзьяки, ну что, приехали на барахолку, на Дарницу. Здесь вроде более-менее можно пройтись, хоть не так завалено. Поэтому пойдем сейчас хоть здесь посмотрим, что продается. Мы сейчас с Коляном решили разбежаться в разные стороны. Колян сейчас пойдет туда на аллею, а я здесь по парку пройдусь. А потом мы все вместе посмотрим, что у нас с этого получится. Полетели. Warrior. А сколько там барсетка стоит?
Та не укатана, 50 гривень. Сколько сумка стоит? 60. Полная жопа, короче, вообще интересного ноль. Одно шматье и всякая требуха не нужна.
шмат. Тебе, говорю, люди просто. Я типа дійшов, так що вдівати. Сколько Дед Мороз такой? Он очень, я знаю, он очень дорогой. Так что если есть какой-то размер вот такой вот, у кого-то возьмите 50 гривен, это вообще ничто. Букет у каждого состояния. Здоровья. Так, подожди. Что там наш Микешка, интересно, надыбал? Компьютерные запчасти. О, поднимите, блин. Стёклышки, хрусталики. Значочки. Перемешочки. Тем более такая умная женщина и такое для очка. Это что, значит, для колени? Запчасти. Что? Ну, я знаю их потом. По пятерке. А фонарик? Пятнадцать гривен. А вернее, обратно уже почему-то идти посмотрим. Вот там, да? Шагомиры. А в какую цену, рыбомер? Хозяин цену сейчас придет. Даже приблизительно не скажете? 250 вроде, если я... Гривен 50? 200. А, 250. Ой, примерно, я точно не знаю. А, понятно. По микрометр. Пунитель. 450 он вроде. Больше не знаю. Сейчас подожди. От 0 до 45, да? На новому выводу. На их 20. Нет. Буду назад идти. Ну да. Нет. Здорово, бы ты спокойно. Да. 48. Опа. А в какую цену граммофон? Мужики, в какую цену? 2,5. 2,5. О!
что? Дырочка. Уже кому-то подарил. Я за то самому перетеребану каникулу. Нетки, нетки. Я же комусь отправлю. Дырка. Посуду, шмотки. Причем удлинить? 70 гривен. Что за парфюкарчик? Это более современный. В какую цену? 50 гривен. Полтинник. Горячие медяки и перепель. А личинки в какую цену? Какая длина? Сейчас 45 на 55, по-моему. Нет, у меня там односторонние есть только. 60, 70 и 80. А, такие маленькие. На сотка там, по-моему. Нет, сотки нема. 80-ка самая большая. И сколько денег? 150 гривен. Это на 5 ключей, да? Да, все 5 ключевые. Короткий там, дверяка здоровая. Нет, сотки не надо. Она есть и 90, есть и сотка, есть и 120. Не, ну там надо, она получается со смещением на одну сторону. Еще тем более со смещением, блин. У меня там настороннее только. Взял, блин, и через месяц уже начало это, блин, что? Клинить. Что за ключ, что за замки делать, я не знаю. Не, ну, вот это вот нормального производителя. Так дорогущую купил, представляете, блин, ну. Ну дорогую какую, на... Ну так в районе 300 гривен, блин. Сколько? В районе 300. Так это недорогая. Антивандальная. Там что-то 5 этих самых писали, как они называются? Ну типа 5 секретов. А. Они ж тут есть и на 7, а здесь 6, есть на 7, а то 5. А, не. Да, 5.
И все равно начала заедать через месяц. Ладушки. Так. Какую цену значочки? Какой значок интересует вас? Ну, допустим, ну, вот этот весь спорт, допустим. Давайте по одной, вот. Хоккей, раз. 15 гривен. Вот это. 15. Хоккей, 15. 15. Там олимпийские два, это хоккей. А эти два одинаковых, да, я тебе скажу? Нет, там не одинаковые, там написано на них. Ага. Подивите, там что. То есть вот эти все по 15, скажем, да? Да, олимпийские, да. Вся вот эта тема 15 гривен. А, допустим. Ну, це дорожче буде. Сколько? 20. Вот эти? Да, 20. Олимпийские. 20. Допустим, вот такой. Сколько все три вместе? Олимпийских. Полтинник, наверное, да. Полтинник, да? Три штуки сказали, да? Правильно? Да. За 50 гривен забирать. Сейчас я сфоткаю. Сейчас у меня человек тут, товарищ на этом, пошел на ту сторону по аллее вдоль забора. И сейчас я буду идти и зайду на обратном пути. Бо мы с ним разминулись. А что ты мне на черный спешки заебал? Другой у вас нет никакой, чтобы мне вот это только, а это уже больше это лучше вы продать. Ну, скажите, зайдите или берите, что я буду вам... Мне это надо выкинуть. Мне надо замочить. Ну, конечно. Шоки мне. Вот, это я потихоньку заплюдал. Да шо ж ты. Подсдохла. Там, блин, ну я себе не ставил. Игрушечки. И ролички. Смоточки. Блин, ну не вижу же ничего. Так, на этом... Одна сторона закончилась. И мы на люди бы... Я сколько не... Мы на сотни. А то хорошие мужики, которые... Что у нас тут красоты? Маловато. Субтитры сделал DimaTorzok.
да. Вещи, вещи, вещи. Что тут? Проход держим. Рынок. Не-не, все правильно. То отдельно чехольчик. То можно бутылочку туда спрятать, да, там термосик маленький там. Чтобы не разбить бутылку. Да. Люди сходят с ума. Шутырка. Шмотки без шутырка, шмотки без шутырка. На этом все. Ничего интересного. Купила все сама, там не трудно. Mm-hmm.
Она тут у меня просто, я вот как то грязно, понимаешь? Он не качает. Он не чувствует. Он не чувствует. У меня на работе девчатки, что будет сколько сейчас промываю. До 30-го дам, прямо сейчас. Как там Дима, он, блин? Что он там нагулял? Бо у меня отдавлялся, ничего интересного. Не помню, что это такое. Аппаратик, да. Это же игрушка какая-то, да? Это же не фотоаппарат или фотоаппарат? Да вроде фотоаппарат. Честно, мне самой принесли, поэтому... Так вот я ж тоже сату, вроде линзы нету. Ну так вот уж. Та-та-та-та-та-та-та. Ну вот, да. Надо будет это. Май, иди сюда. Сейчас. А что ты иди? Можно нам Warrior. А почем кобура ПМ? 200 гривен, 200 гривен, 200 гривен. 200? Да. Новые кобуры. Можно взять на вырез? Можно взять на вырез? Подожди, я сейчас полюсь. Классно. Ну, моя соседка к нему обращалась. Коробки вот эти. Нашла, но женщина одна сказала на днях, продавала. Здравствуйте. А у вас интересует, что женщина продает, да? А с чего оно, что оно? Это полимер. Возможно, с небольшим покрытием, типа фольгой. Но, скорее всего, даже. Это полимер. Полимер – это разновидность пластика, просто он более плотный, который большей плотности. Ну что? 120 гривен. Хотим продать. Нет, 20? Не надо. Да, это довольно. А у нас было.
Сколько кальян стоит? 250. За 200 отдам. $200, да? Да. Блин, ну вроде ничего такое. Да, я знаю, я прекрасно знаю. Подумаю. Это латунный просто, я латунный ищу. Был парень, продал на том месте. Да? Сейчас подумаю, спасибо. Полный комплект. Это сколько их тут? Там 30 с лишним, 32 или, ну, считать надо. 30 с лишним. Будет скидка, будет, если будете брать. Да, ну, минимальная какая цена? Так, сколько тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать, 14. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так. Сейчас буквально 5 минут. Хорошо. Я определюсь и хорошо, решим с вами. Да. Скажите, а если что, на карту можно деньги вам перевести? Нет. Только наличка. Наличка, да. Все, понял. Только вас. Наличка, да. Значит, в районе
картина. Это рисованная картина. Орел этот рисованный или напечатанный? Орел на картине нарисованный или напечатанный? Понял, принял, записал. Купите мне манку. Лично я. Она сказала правильно. Я вот у меня и CPI не было. Вот эту подмашку, там 5-6 литров, когда 5, 5, ну, так у него нет, нет 5, нет 5, нет 5. Зачем? Это потом. Да. Это по 30. Это по 5, по 5. Это я... Поп-поп-поп. Бери, потому что я... Кантер. 15. То 20, то уже 15. Все разбито. Сколько педали? Чего? Сколько педали? 170. Давайте за 150 заберем. Ну да, прикольный лисеночек. А ты можешь сколько денег? 120. А петушок? Это курочка. Ну, курочка. Замацали этот. Ну и сколько курочка? 230. 230. Ну, посмотрите, сколько стоит. Там еще дороже. Ну, там годами стоит. И будет стоять. Таких охотников нету. Вот такая вот, скажем, воскресная барахолка получилась. Хотели сделать рейд по всем барахолкам города Киева. Собственно говоря, мы его и сделали, но, к сожалению, погодные условия, куча снега, народу и слякоть не дали возможность даже прогуляться, так сказать, ступить ногой на Куреневке и на Петровке. На Петровке вообще ужас. Вы видели, 100-метровка, просто две машины разминуться не могут, народу куча. И самое печальное, что, ну, вот мы так проехали, посмотрели, ну, один хлам. Ну, то есть, какие-то шмотки, отвертки, ложки для обуви. Ничего интересного. Дарница еще более-менее как-то трошки порадовала. Хотя бы тем, что можно было пройтись, прогуляться. Надеюсь, мы как минимум на лайк от вас накатали. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписан. Нажимайте колокольчик. Мы будем вам очень за это признательны. Потому что хочется
чтобы YouTube хоть немножко помогал нам финансово для реализации новых поездок, новых проектов, новых интересных съемок. И я надеюсь, что вы подпишитесь на канал, оставите комментарий, так сказать, отблагодарите по-своему наши труды. Все. Если вдруг что не так, хотели показать вам воскресные три барахолки, но, к сожалению, это не получилось. Ну, показали, что смогли. Пока-пока.